Здравствуйте, это канал Максимация, и это Hello Neighbor Old Style. Сегодня мы будем завершать прохождение этой, собственно, игры с этим модом. И мы полностью теперь готовы идти в подвал, собственно говоря. Кстати, все-таки исчезла разбитая ваза и тарелки. Давайте за счастье разобьем, так сказать, тарелку. Вот так. Все, а теперь идем в подвал. Помидоры мы так, к сожалению, не проверили. Я их не нашел. Немножко не успели, сейчас зайдем. Все, теперь точно можно уже открывать подвал. Все, отлично. Так, смотрим на подвал в старом стиле. В акте 3. Так, кривой подвал, собственно. Что-то я не вижу, кстати, тень вообще. А, нет, вот она. Используем способность невидимки. Вот это вот вещь, вот это вот чудо теперь в старом стиле, как он сказал. Если это о ней вещи речь идет, то не могу посудить, ее не видно нифига. Здесь мы такие вот звуки слышим. Так, здесь двойной прыжок нужен. Без него никак не пройти это место. Ну и последнее, нам нужна способность, чтобы сделать вот так. Как сюда попался? Вот что стало в старом стиле. Вот это, наверное. Щеколда, это, наверное, про вот эту речь шло. Темновато как-то в той комнате было сейчас. Да, без задержки теперь. Все. Отлично. Так. Нам, во-первых, надо в рычажок попасть в этот. Как же здесь ярко, пипец просто. Здесь, я надеюсь, уже... Да, в финале он писал, что усиленный бросок доступен. Сейчас мы это узнаем. Да, так и есть. Жаль, только не долетело немного. Отлично, замечательно. Запускаем вагонетку. Thank you.
эффектно разбилось все тут. Теперь нам нужно в тостер. Тоже в реалистичном стиле тостер. А также радио и фонарик. Missing Entity, большой молодец. Блин, я упал. Так, вот так. И теперь в этот лифт нужно нам. Потом граммофон этот включим, короче, оглушим его. Хватаем зонт и летим к граммофону. Сейчас, короче, оглушим его. Релакс мюзик. Вы точно уверены, что это релакс мюзик? Придется выкинуть этот предмет, к сожалению. А, вот мы ему... А, и мы берем обратно. А чуть не работает. Давай, работай, фигня. Почему-то граммофон теперь не работает. Это не прикольно. Ну ладно, тогда используем свечу. А лучше даже две возьмем. Одну для ракет, это фейерверка, вторую для арбалета. Шарики. Отлично, теперь остается только еще раз влететь и на этот домик забраться. Вернее, не на него, а в дверь там зайти надо.
Я не долетел. Нет, я не хочу еще раз так летать. Я вот так лучше сделаю. Так, и второй, и последний, финальный босс, так называемый. Машинки тоже, кстати, старые. Ну как старые, реалистичные. Как обычно. О, вещи в старом стиле, хорошо. Тут все как обычно. Блин! Вот это было неприкольно. Ну, тут все как обычно. Надо защищать самого себя в детстве от вот этой вот. Ого, это что еще за кровать? Я такую не видел. Это нос у нее торчал, что ли? Какого фига у него нос торчит? В оригинале не было такого. У него нос увеличивается, что ли, теперь? Да, у него нос увеличивается. Какого фига, а? Какая-то походка странная у нас немного. Я на тень смотрю. Так, давай. Иди уже быстрее сюда. Все, мы стали достаточно большим, чтобы его победить. Все. В этом домике окна стали поровнее. Ровными стали. Пишите в комментах, кому жалко соседа было на этом моменте. Все, это финал был.
Дерево через стену проходит там. Почему-то я только тут заметил это. О, ничего себе, вот это машина, ничего себе. Да, вот это, конечно, не прикольно, но это было неизбежно. Машина такая, что чемодан в нее бы не влез просто никаким образом. Так, титры пошли у нас. Thanks for playing Hello Neighbor Old Style Mod. Разработчики Hello Neighbor Dynamic Pixels. Все русские, они из Воронежа пошли. Так, теперь тайный билд. Алекс Нечипорчик, самый главный. Специальное спасибо вот этим людям. Создан модифицирован Missing Entity. Благодарность за поддержку. Вот, это, видимо, помогали ему. Отдельное спасибо компании Tiny Build за то, что они без основания снесли страницу этого мода на сайте Game Jolt. Ну да, действительно, так и было. Они, видимо, подумали, что они ему снесли действительно страницу, когда еще мод даже не вышел, ничего не было выпущено. Видимо, подумали, что он собирается выкладывать и как бы перезалив типа оригинальной игры в виде этого. Типа приняли за нарушение авторских прав, удалили. Я еще, кстати, забыл сказать, что он принял решение после этого писать на почту Tiny Build. У них есть почта, у них на сайте она указана. Собственно, где он, собственно, задал... О, титры заново пошли, что ли? Где он, собственно, там задал вопрос, разъяснил все четко, что ничего не нарушал, но ему вообще не дали никакого ответа на это сообщение, просто проигнорировали. В общем, давайте выйдем и немножко полетаем по карте. Чуть-чуть полетаем по карте, давайте даже новую игру запустим. Просто полетаем по карте, посмотрим, есть ли что-нибудь интересное в карте. О, кстати, что-то, по-моему, светлее стало по сравнению с тому, что в первой серии у нас было. В этой обновленной версии. Ну да, посветлее немножко стало и более насыщеннее, я бы сказал. Более насыщенные цвета стали. И, в принципе, это даже прикольно. Сейчас, короче, пока сценам пройдемся. Это, наверное, даже и пропустим их, наверное. Хотя фиг его знает. Вот я вижу звезды на небе. Это типа такой странный... что-то между вечером и ночью, что ли. Но при этом светло, как будто день. Какой-то странный немножко. Так, ладно, давайте это все пропустим. Уже что нам смотреть? Мы уже это все это видели. Картина там упала. Так, ну этот, ну это исправить он не может, он говорил. Потому что он не может в карту изменения вносить. Так, собственно, давайте чит-меню проверим. Вот можно специально заспаунить вот такую отмычку. Она такая, она таких вот больших размеров. С помощью нее можно открыть любой замок. И при этом она не исчезает. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. One more click. Можем также включить Change Skill. И сразу включить все способности через это меню. Пожалуйста, давайте их испробуем. Вот, пожалуйста. Двойной прыжок у нас теперь доступен. Давайте в соседа шибранем эту фигню в морду. Ничего себе. А, он не падает, что ли, теперь? Понятно. Что еще позволяет это меню?
Blind Command. Это можно сохранять команды. Basic Commands List. Это чтобы не вводить, а как бы можно уложить соседа спать. Мы нажмем на эту кнопку, и, собственно говоря, сосед теперь будет спать. Можно повышать разрешение, я так понимаю. Что-то открыть. А что можно открыть-то? Я не знаю, что открывается. Наверное, замок какой-то открывается. Можно заморозить соседа, можно указать локации соседа. А, собственно, мы будем видеть табличку, где находится сосед. Спрятать вот эти после Enter. Худ, пауз гейм, он консоль, да. Дальше что у нас? Можно менять день. В этом акте не работает, мне уже писали, только в третьем. Можно сделать скриншот, можно изменить скорость игры. Дальше. Basic commands. God. Обалдеть. Ничего себе рикошет какой. А сосед теперь против нас что-то... Ого, ничего себе, я прыгаю как. А, God Mode Options. Есть у нас. No Fear, No Traps. Понятно, это для супер-мега-читеров каких-то. God Mode как отключается теперь? Я могу отключить его, просто сделав вот так. Ну да, это отключает. Дальше что у нас? Basic Commands. Total Debug Camera. FPS, Restart Level, Destroy Target. Destroy Target, там удалять соседа нельзя. Summon, Multisimon, Player Size, размер игрока на размер соседа. Так, ладно. Короче, теперь давайте Ghost все-таки врубим. Ghost и Волк. Чтобы мы могли полетать по карте и посмотреть, что тут есть интересного. Давайте заставим соседа спать идти. Я нажимаю Sleep Sussex. И все, он будет спать. Отключаем телевизор. И где свет? Все, пусть дрыхнет теперь вот так. И вот это тоже выключаем нафиг. И вот это. И закрываем дверь. Все, пусть спит в темноте. Собственно, давайте заглянем в этот домик. Домик, собственно говоря, это как... Ну, это хрюшка из Angry Birds. Собственно, дом это копия, как бы копия дома главного героя из Pre-Alpha и Alpha 1. Также этот дом можно увидеть в Alpha 2, как один из соседних домов. И причем их там несколько таких. Полетаем теперь по карте и посмотрим улицы. И типа мы едем вот так по дороге, по настоящей, живой, не мультяшной, реалистичной природе. Дома как-то странно стоят, конечно. Этот в другую сторону повернут вообще. А, нет, вот вход. Только дерево упирается в него. Далее у нас там идет обрыв. Далее у нас туда тропинка идет. Здесь у нас, собственно... Лодочки. И вода. В лодочках и в паруснике ничего полезного, я думаю, не найдется. Есть завод. Вот, кстати, в Бет Т1 в Бете 2 был страх фабрики, которая собственно появляется там, где гитара лежит. Ну и это позволяет получить усиленный бросок. Не знаю, зачем мы отказались от этого страха. Объясняю это тем, что у главного героя не было страха фабрики. А если читать книги по «Привет соседу», у него там был страх фабрики. Ну да, завод, по-моему, более реалистичный немного стал. Окна теперь вот так вот равномерно находятся.
Собственно, что у нас здесь? Вот это что за здание? Вот это полиция, наверное. Вот жаль. Ну-ка. Гадмод. Ну, не сказать, чтобы мы прям бы... А, знаете, что надо сделать? Change speed. Две тысячи. Нет, еще больше надо. 3000 давайте поставим. Три тысячи пусть будет. Ой, а что разрешение-то снизилось? Какого фига? Графика. Так, где настройки тут разрешения? Вот так мне поставьте, поняли? А почему не... Короче, из законного режима, видимо, это из-за того, что я свернул, оно вот так вот сделалось. А почему я падаю-то? Я же не падал. Это что, полиция, да? Ну ладно, я после перезахода в игру уже это поправлю с разрешением проблем. Полис, да. 5000 давайте поставим. Ой, не то. 5000. О, вот так будет легче намного летать. Вот что с разрешением, вообще не понимаю, зачем такое сделали. Я же не падаю, в смысле? Опа. Такие вот машины. Которые тут стоят, блин. Good luck. Welcome to Raven Brooks. А это, собственно, у нас куда ведет? В никуда. Далее супермаркет. The Golden Apple. Sale. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И последнее, что нас интересует, это церковь. А ну еще вот такой памятник есть. Да, уличные звуки, школу еще посмотрим. Уличные звуки действительно стали по ходу погромче по сравнению с, как это было в, начиная с при Альфа по Альфу 3. Ну да, школа реалистичнее стала. Намного. Собственно, звуки, когда вот днем, в полдень мы можем услышать голос чей-то чуть немножечко на улице такой, ну видно прям летний тихий звук. На закате, вот как сейчас, мы можем услышать звуки проезжающей машины и лай собаки. Я куда? Я не туда прилетел, мне же в церковь надо. Ночью мы можем сверчков услышать. А на рассвете, собственно, это птичек можно услышать. Эти звуки реально классные, в атмосферу погружают. Вот собака лает, вот, собственно, звуки оттуда. М13, да. Собственно, да, церковь все-таки тоже реалистичнее стала. Правда, она деревянная. Обычно церкви-то они не деревянные. Ну и кладбище, собственно. Правда, не написано, кто где похоронен, но тем не менее. Ладно, в общем, такой вот был мод Hello Neighbor All the Style. Его можно скачать по ссылочке под видео в Game Jolt. В Game Jolt еще много чего интересного есть. Мне подписчик прислал одну очень хорошую и очень четкую, прям почти идеальную, точь-в-точь альфу 1.5, которую мы с вами скоро взглянем. На сегодня все. С вас и гос. Подписывайтесь, сменяйте пищные видосы. Подписывайтесь также на мой влоговый канал. И вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.